При работе с паяльником необходимо помнить, что включенный паяльник раскаляется до 200-300 градусов. И чтобы не возникало проблем, куда класть паяльник во время работы, можно заранее побеспокоиться и обзавестись подставкой для паяльника. Например, такой как СТ-75. Такая подставка выполняет очень важную роль, а именно обеспечивает безопасность и удобство работы с паяльником. Такая подставка не отпускает контакты нагревательных частей паяльника с окружающими предметами. Исключить собственный нагрев до высоких температур способно привести к повреждению каких-либо предметов или тем более к возгоранию или ожогу. Подставка СТ-75 удобна в работе. Держатель паяльника в виде пружинки выполнен таким образом, что исключает контакт нагретого жала с посторонними предметами и частями тела работающего. А в удобных ванночках можно поместить припой или губку для жала. С помощью такого простого помощника вам всегда будет комфортно и, самое главное, безопасно работать.